Начнем с этого. Любая информация о сказаниях из нашего сообщества будет в этих книгах. А это точно должна быть я. Кажется, ее звали Шапочкой. Ей не удалось сбежать. Красавица, в счастливые дни. Я его уже видел. Этот символ на его одежде, такой же, как и на кольце. Может быть, это ее отец или муж? Здесь содержится большая часть символов старых времен и информация о семьях, которым они принадлежали. Если здесь есть такой, мы узнаем ее имя. Зашибись. Что? Я ни хрена не понимаю. Могу помочь. Может, это развеет ваш дерьмовый настрой? Вряд ли. Вот оно. Откуда этот символ? Какой семьи и так далее? Странное какое-то. Фамилия. Аллейрлайрау. Пойду искать. Аллейрлайру. Что с немецкого помеху каждого вида? Ослиная шкура. Да. Что там? Ослиная шкура, также известная как ослина, ныне известная как шкурка. И еще носит название Вера. Поэтично. Бавкин, давай без комментариев. Сказка об ослиной шкуре. Жил-добыл великий король с прекрасной королевой. Однажды королева заболела и взяла с мужа обещание жениться на самой красивой девушке в королевстве. После долгих поисков стало понятно, что единственной равной по красоте королеве была... его дочь, Вера. У нее был волшебный плащ из шкуры самого лучшего осла. Он прятал ее красоту, и благодаря нему она сбежала. Затем она вышла замуж за принца, который мог видеть ее красоту через волшебный плащ. И жили они долго и счастливо. Поставить печать, мисс Снежка? Да. Пожалуйста. А как зовут ее мужа? Лоуренс. Принц Лоуренс. Мы нашли, что искали. Ага. Ее зовут Вера. Она замужем за принцем Лоуренсом. Это больше, чем мы... Ее звали Вера. Угу. Надо поговорить с ее мужем. Думаешь, это он? Если это так, то меня это не удивит. Мы не можем его исключать. Что это? Это значит герб дома принца лягушки. Не совсем то, что я ищу. Выглядит знакомо. Ага, такой же на топоре дровосека. Благословение друидов. Кто-то благословил это? Я лишь перевожу. Бавкин, переведи. Изысканный дизайн из китайского фарфора с усадьбы Жаба. Жаба? Наверняка он сам это вписал.
Икабод Крейн напуган до усрачки. Что там? Твой босс в лучший момент своей жизни. Не могу понять, как он стал руководить этим местом. Может, сейчас просто другие времена? Давно я не видел барсука. Думаю, ему нравится одиночество. К сожалению, жаб на него не похож. Хорошая шляпа. Колин и его братья. Чудовище. Старый знакомый. Дровосек? Ага, и топор. Гномы. Лучше не упоминать их. Я. Черт. И что это, блядь, означает? Что это значит? Карты Таро прошлый век. Я бы не полагался на их достоверность, Бигби. О, да. Ты мне очень помог. Предсказание туманно, я же чист как стекло. Свет мой, бла-бла-бла, скажи, где бла-бла, доложи. О каком сказании ты хочешь узнать? Он вроде бы принц. Покажи мне принца Лоуренса. Чем это он занимался? Где это? Где что? Ты знаешь, где живет принц Лоуренс? Если он принц, то, наверное, в Южном Бронксе. Желтое здание, красные ставни. Красные рамы. Ага, именно так. Я могу доставить нас туда. Покажи мне отца Веры, старого короля. Думаю, это убирает его из списка подозреваемых. Покажи мне Веру. Где сейчас она, мощной магией скрыта? Не в угоду тебе, мои уста закрыты. Что? Уста закрыты. Не мне решать, что говорить. Должно всегда так просто быть. Пока все. Что-нибудь полезное? Ага, пока что информации хватит. Пойдем, нам к принцу. Прости, должна ответить. Алло, администрация Вудли... Да, я... Он здесь. Минутку. Бигби, это тебя. Бигби, это я, жаб. Ты тут? Что нужно? Бигби, черт, слушай меня. Здесь кто-то наверху копается, вещает дровосека. Давай сюда, Бигби, до того как... Погоди, повиси-ка. Ай, блядь, эй! Что случилось? Трудно сказать, но у жабы происходит что-то неладное. А что насчет мужа Веры? Я не знаю. Не могу сказать точно, но он может быть в беде. В любом случае, нам нужно к нему, чтобы обыскать квартиру. Жаб может подождать. Как будешь готов.
Джаб сказал, кто там был? Может, это дровосек? Не знаю. Возможно. Кто бы там ни был, не похоже, чтобы Джаб ему был рад. Ладно. Возможно, принц Лоуренс подождет. Ты не видела его. Он тоже может нуждаться в помощи. Ладно. Куда пойдем? Бигби! Черт! Слушай меня! Здесь кто-то наверху копается, вещает дровосека. Думаешь, это он? А как зовут ее мужа? Лоуренс. Принц Лоуренс. Жабу, кажется, нужна помощь прямо сейчас. Мы можем сходить к принцу Лоуренсу позже. Хорошо. Все равно как-то не хочется бежать и сообщать ему такое. Закончилось все так. Мы выпали из окна, и я упал на машину Жаба. Да уж, ну и погром вы тут сделали. Да, при свете выглядит еще хуже. Там кто-то еще? Эй! Жди здесь. Черт. Прости. Ну все, хватит, прекращай. И половины из всего этого не помню. Надо бы это починить. Это его сын? Жаба, думаю, да. Будь повежливее, ладно? Эй, Жаб, ты дома? Бигби! Мисс Снежка! Надеюсь, вы этот путь проделали не потому, что я попросил. Прости, Бигби. Неловко признавать, но, мне казалось, что кто-то шастает в квартире дровосека. Но никого там не оказалось, я проверил. Просто из той трубы капает, воображение, должно быть, разыгралось. Так что да, ложная тревога. Извините, что втянул в это мисс Снежку. Там кто-то был, но он смылся, едва мы зашли. Что, правда? Значит, у папы уши прослужат еще год или два, пока еще не совсем оглох, а? Ты в порядке? Он в порядке, мисс Снежка, просто ударился ногой. Рожден, чтобы плавать, а не ходить, мой сын. Хочешь... Так что, думаю, вам можно идти. Тут больше нечего делать. Ну, мне жаль, что вы приехали сюда зря. Кто-то был в твоем доме. Это ради твоей же безопасности. Ты же сам позвонил, помнишь? Да, да, знаю, я ценю это, бро, но... Ладно, расслабься. Мы здесь ненадолго.
Я просто хочу здесь осмотреться. Ладно, ладно, я просто не хочу тратить ваше время, и все. Присаживайтесь, наливайте чай, устраивайтесь. Фух. Взрослые. Правда? Эй, слушай, Мухолов сказал, у тебя есть здоровская коллекция насекомых. Мне бы очень хотелось на нее посмотреть. Она у тебя в комнате? У меня там долгоносик. Класс! Только не натопчи мне тут, пока ищешь непонятно что. Да, конечно. Как это случилось? Ёбаный в рот. Наверное, эта дрянь свалилась со стола. Вот как. Лампа взяла и свалилась. Или сын постарался, бегал, играл во что-нибудь. Кто его знает? Еще и дверь сломана. Здесь все разваливается. Чё? Сломано, как будто сюда хотели проникнуть силой. Боже мой, грёбаная дверь уже пару недель как сломалась, бро. Вся прогнила, этот дом из меня всю кровь выпьет. Это не плесень. Просто дерево просерело. У тебя кровь? А что, в чем? Здесь кровь, еще свежая. Ах да, я порезал руку. Бегал тут, как баба, искал бинт. Вот и заляпал все кровью. Больно, наверное. Эй, только не надо меня жалеть. Раны быстро затягиваются, сам знаешь. Неплохо все-таки быть сказанием. И жабой. Что там? Если кровь, то я уже сказал, я порезал. На подоконнике какие-то следы. Что скажешь? Все очень просто. Ночью, когда я вышел, я был сам не свой от волнения, ты понимаешь? И даже забыл взять ключи. И мне пришлось залезать через окно. Неужели? Чуть до смерти ребенка не напугал. Ты уже слышал, новый альбом Shaken Stevens? Если хочешь что-то сказать, сейчас самое время. А запасных нет? Их обычно под ковриком у порога хранят. В таком-то районе? Умом тронулся! Если не убирать их бумажник, крысы утащат. При первой же возможности. Здесь что случилось? Кочерга? И чё? На ней тоже кровь. Это случилось до или после того, как ты залез через окно? После, после. Я мешал ей угли, а потом у меня рука дрогнула. И кочерга напрочь рассекла ногу. Болит просто адски, зараза. Ладно, шериф, теперь что? Погоди-ка. Ты порезал ногу. До этого ты говорил про руку. Да нет, я порезал руку. Сначала порезал руку, и из-за этого уронил кочергу и поранил ногу. Хе-хе, неудачное стечение обстоятельств. Хм.
О боже, только не надо сгущать краски. Нечего тут гадать, шериф. Я уже все рассказал. Почему ты мне не веришь? Всякое случается, знаешь ли. В квартире жуткий бардак, жаб. Как будто здесь была борьба или драка. Я не знаю, почему ты пытаешься это скрыть, но мне кажется, где-то ты мне сам. Но я не... Если ты будешь стоять на своем, тебе же будет хуже. Я не вру, честно. Посмотрим. Многие думают, что это так. Ага. Ну что? Жаб что-то скрывает, но я пока не знаю, что. Его сын ничего не сказал? Нет, ничего такого. Сначала он был очень расстроен, но не говорит, почему. Что-то происходит. Побудь с ребенком, пока я совсем не разберусь. Не справляюсь я с этими хозяйскими заботами, поддерживать порядок с моей неуклюжестью. Какой-то отпечаток на пыли. Ты что-то переставлял? Наверное, от какой-нибудь из игрушек младшего. Кто знает? Лампа раньше стояла здесь, верно? Просто скажи правду. Ничего здесь не было. Ничего! И вообще, с чего ты взял, что лампа стояла именно там, в конце-то концов? Это мой дом. Думаешь, не знаю, что происходит в доме? Потому что она здесь не стояла, жаб. Все розетки заняты. Что? Что тут ты? Тут она была включена в розетку. А теперь она там. И я просто сделал перестановку. Что с того? Переставил и даже не включил. Потому что я еще не успел подключить. Руки не дошли. Сам видишь, сколько всего. Бигби, умоляю, хватит. Сжалься надо мной. Я спокойно хотел провести день вместе с сыном. А я трачу время, стоя здесь, пока ты... Ты разнюхиваешь тут кругом. Я извиняюсь за то, что позвонил, правда. Но пожалуйста, пожалуйста, просто уходи. Нет. Нет? Никто ни с кем не дрался, Бигби. Не было ничего такого. Так когда? Когда ты уйдешь? Черт, чувствую себя как на допросе. И это в собственном доме. Просто возмутительно. Когда? Когда ты скажешь правду, жаб? Но я сказал тебе всю правду, бро. Господи Иисусе, чего тебе надо? Я порезал руку, разбил лампу. Жаб, твои истории сплошная брехня. Ты не поранился кочергой. Ключи ты не забывал. Не хочешь рассказать, что происходит? И мне кажется, я ей не нравлюсь. О, я бы не стала так говорить. Как успехи? Мистер Жаб, у вас кровь идет. Сними шляпу. Ой, это был этот дуболом из близнецов. Тру-ля-ля или тра-ля-ля. Поди разбери, кто из них кто. Он ворвался сюда, крича о какой-то вещи, которая есть у дровосека. Или он только думал, что есть, не знаю.
Он перевернул весь дом и сбил меня, когда я сказал, что у меня ничего нет. Я пытался сбежать через окно, но он затащил меня обратно. О, тяжелое выдалось утро, вот что скажу. Что он искал? Понятия не имею. Я бы все рассказал. Я хотел, правда хотел. Но он сказал, что если узнает, что я проболтался тебе или мисс Снежке, он вернется и убьет моего сына. Я даже попытался отдать этому ублюдку накидку. Не взял. Чью? Девушка. Папа иногда одалживает вещи у жильцов. Но иногда... Одалживает? Я ничего не краду. Может, ты удивишься, кто знает. Я просто собираю то, что здесь бросили. Что ж, мы забираем накидку. Если у нее есть родные или близкие... Ладно, принеси им накидку. Так-то неплохая одежка. На улицу я бы в таком не вышел. Подожди. Это конверт. Ну, конечно. Не удивлюсь, если отдал вам карту, ведущую к сокровищам. Адресовано принцу Лоренс. Что будем с этим делать? Прости, Вера. За что она могла извиняться? Я не знаю. Возможно, Лорен знает. Какой полной неожиданности был этот день, не правда ли? Я бы проводил вас, но боюсь, залью кровью квартиру. Было приятно пообщаться с тобой, Ти-Джей. Спасибо. До встречи. У тебя всегда так все гладко проходит? Не сказал бы. Теперь к принцу? К Лоуренсу, да. Лучший вариант. И единственный. И не поспоришь. Я не хочу задерживаться здесь, поэтому давай разработаем план и будем следовать ему. Просто дай знать. Когда зеркало показывало мне эту квартиру, кажется, я видел нож, весь в чем-то похожем на кровь. Я не ожидал этого. Да. Что ж, как я и сказала, давай не будем все усложнять. Ты можешь поговорить с ним, пока я смотрюсь. А если он будет против? Мы на официальном расследовании в Фейблтауне. И мы можем быть убедительными, если нужно. Или ты можешь.